команду «Спартака» Алексея Жанова. Поздравляем с победой. Алексей Юрьевич, насколько с вашими ожиданиями совпал матч? Насколько он был интересен? Ну, я думаю, болельщикам понравилось. Спасибо, что поздравили. Но вот я думаю, что обоюдоострая игра была. Просто, наверное, мы использовали те ошибки, которые совершил соперник. Ну, вот. А так, в целом, ребята молодцы, что с нашей стороны, что со стороны соперника. Мне игра понравилась, я думаю, и болельщикам. Насколько интересно, принципиально для вас соперничество с Игорем Ларионовым, тренерской соперницей? Ну, знаете, для меня это... Для самолюбия? Ну, да, знаете, как бы, когда я начинал, и он уже играл на высоком уровне, его, как бы, плакат висел у меня над кроватью. Поэтому для меня, конечно, я многому научился в хоккее благодаря ему, благодаря его игре, и поэтому пытаюсь это то же самое преподнести своим игрокам. Поэтому для меня это противостояние, конечно, интересно. Спасибо, с победой. Спасибо.